Приветствую вас, коллеги. Ну вот я недавно закончил очередной объект. Это забор. Забор всем известный. Как он называется, вот эти плиты? Ажурные. Ажурные. Не, сосед поставил, и надо было как-то облагородить. Вот дешево и сердито могу рекомендовать. Это нанесение с хоппера. Вот так вот он будет смотреться после нанесения. То есть столбики выделили другим цветом. Это выделили желтым цветом и нанесли вот такие крупные капли. Вы можете видеть, вот плита. И на общем фоне вот так он смотрится. Здесь уже готовится, будут туи высаживаться. То, что здесь было, то есть просто плиты такие корявые, кривые, нанеслось хоппером. Смотрите, как красиво стало. То есть как-то так. Кто-то возьмет себе на вооружение и может предложить заказчику. По времени я наносил, сколько, я не знаю, часа три, наверное, мне это заняло. Именно по нанесению все. Ну и покраска с аппарата тоже где-то час. Ну, единственное, вот столбики время занимает. Здесь прокрашивается. Здесь он немножечко не доходит до конца, а я уже потом флейчиком иду, кисточкой. Вот. Так что, как-то так.